Меня зовут Платонова Вера. Мне 10 годов. Я ученица початковой школы номер 39 города Минск. Я прочитаю верш Владимира Дубовки «Золотая осенняя раница». Золотая осенняя раница. Хороство на свете одна. Солнце у пушчи глубокой купается, и нияк не достанет до дна. Метусица листёк поосерится, як дзвіна, мотыльком метульи, и узвее ему, и постелится, распроветрится на береги. А яны, береги бережисты, не стрымают осенний напел, и льется, вьется сукрыстый, и разгортывается каля дрэў. Притули, прихини на апошне, и згадай гэты день золоты, что над пушкой с галелыми пожнями рассыпал золотые листы, рассыпал и раскидывал прыгоршчыны на окрас, на жаль, на успамін. Развітальная хвіля найгоршая, яна можа і сэрца спаліць. Не бядуй, не гаруй пад цяжарамі. Мне не ісці, шчасця ў них не шукаць. За балотамі хціць, за выгарамі прымяніцца пярэстая гаць. Не горуй, ты даремно заплакала. Я пройду, я вернусь и знов. Лёс для усіх не бывае однаково, як для тих засмущённых листов. Золотая осенняя раница, с хроством, с пекнотою, бывай. Уже солнце за пушку ховается, кармазином горить небокрай.